Да, на льду, вот вы слышали, диктор объявил на льду Карл Зеленко. Его произвольная программа «Шоу Трумана». Каскад, флип тройной и тройной тулуп. Но, к сожалению, тройной тулуп с ошибкой при приземлении. Каскад 3-2, луц тулуп. Но это не срыв, у него так запланирован второй прыжок двойной. Вот как раз каскад из трех прыжков. Схальков, тулуп, Ридбергер. Thank you.
Да, несмотря на множество ошибок, все-таки впечатление от программы итальянского фигуриста остается очень неплохим, очень хорошее впечатление. Конечно, импонирует его манера катания. Очень интересный фигурист своим лицом, своим характером. Он всегда нравился зрителям. Но, к сожалению, повторяю, он допустил очень много ошибок. Это были ошибки в приземлении прыжков. Я думаю, в повторе мы сейчас с вами посмотрим. Он катался четвертым. Это уже такое место не самое удачное для проката, потому что достаточно долго после разминки он ждал выхода на лед. Вы знаете, Тамара Николаевна Москвина рассказывала, что когда Юка Кавагучи и Александр Смирнов готовились к выходу, а они тоже катались в конце, говорит, она нашла такое место, вот в той зоне, отведенной для спортсменов, где вообще никого не было, где ничего не слышно было. То есть специально, вот так вот представляете, тренеры ищут, ходят перед соревнованиями, намечают, где возможно разминаться. То есть мы видели, например, Наталья Деничук разминалась со швейцарской парой вообще среди зрителей. В холле. Потому что, наверное, чтобы они привыкли к общению со зрителями, потому что все-таки энергетика передается обязательно. Обязательно передается энергетика. Ну и с другой стороны, чтобы не видеть соперников. Не видеть соперников, да. Абсолютно верно, потому что вот даже мы, по-моему, во вчерашнем репортаже говорили, что спортсмены выступающие не встречаются с спортсменами, кто идет на старт. Да, за исключением, когда устроила, конечно, Микианда. Ну, это да. Шоу с огнями, слезы, и она как раз даже не обратила внимания, куда ей уходить, она просто ушла. Да, и вот откуда пришла, туда и ушла. Да. И вот, а там все как раз... Вот, кстати, в этот момент следующая разминка, да, и мы как раз это почувствовали с вами, что это как раз и повлияло, потому что, придя в раздевалку, естественно, это были слезы, расстройства, и вот правильно, что спортсмены разминаются в таких местах, чтобы никто не видел, не общались. Ну, вот сейчас самое главное, конечно, чтобы Алексей Урманов и Сергей Воронов тоже находились именно в таком укромном углу. Ну, дворец достаточно большой, здесь можно найти где-то, особенно по трибунных помещениях, достаточно места. Но главное, чтобы никого встречать, не видеть из соперников, и главное, чтобы не слышать реакцию зала. Потому что, конечно, реакция зала, она очень сильно давит. Вот в момент подготовки спортсмена к выходу на лед обострены вот все нервные окончания. Вот такое ощущение, как будто вот кожу сняли, да, одни мышцы.